Отступники-свидетели упоминали место проведения ритуала. То, где они себя уничтожили. Где родился свидетель? Да. Завала считает, что может нас туда провести. Страж, ты пойдешь впереди. Мы за тобой. Завала утратил свой свет. Но оружие еще при мне. Нужно добраться до места проведения ритуала. Это самое главное. Не отвлекайтесь. Кейт, это защищенный канал. Как там команда? Команда. Мы уже столкнулись с сопротивлением. Легкой прогулки не... Ваш поиск предназначения продолжается. И он снова привел к нам. Что вы ищете? Эта бесконечная погоня лишена смысла. Баррикады одержимых. Здесь целые полчища улья. Разберитесь с ними. Свидетель знает, что среди его голосов есть несогласные. Он сделает все, чтобы мы не добрались до места проведения ритуала.
Еще не закончили. Продолжайте движение. Упрямцы. Сломя голову, бежите на помощь своему страннику. Лишь бы разлить яд жизни. Хаос. Под личиной свободы. Мы отринули эту боль. Позвольте просветить вас. Та фраза «Все, что создано, можно разрушить». Никак не могу выбросить ее из головы. Как нам разрушить свидетеля? Так же, как свидетель планирует изменить Вселенную. С помощью света странника. Свет восстанавливает, придает форму. Он может разделить свидетеля на части, уничтожить. Из того прохода идет энергия резонанса. Должен быть способ ее преодолеть. Оказался беспомощен перед свидетелем, когда столкнулся с ним там. Но твоя способность владеть тьмой и светом дает тебе преимущество, страж. Ты сделаешь то, что не смог я. Отрекитесь от архитектора вашего рабства. Отбросьте безрассудно растраченную ярость. Вы больше не пешки света. Освободитесь. Это
Приближаются рыцари Улья. Да, носителем света. Thank you.
На самом деле, вам нужна не надежда, а вечное испытание. Мы это понимаем. То, что может быть разрушено, должно быть разрушено. Знайте свой потенциал. Обретите цель. Станьте избранными.
дар странника. Он все еще пытается нам помочь.
тезис логики начала таков. То, что нельзя уничтожить, превзойдет вечность. Улей чересчур увлекся этой детской игрой. Их настолько очаровала жестокость первого клинка, что они не замечают его последнего взмаха. Но разве вы сами не в плену той же вечной погони? Сколько сил уходит на разрушение, лишь бы получить богатые награды, похвалу товарищей, почести, выставленные на всеобщее обозрение? Мы предлагаем свободу. Примите эту истину. Вознеситесь. Преодолейте энтропию. Похоже, свидетель считает, что ты крутой перец. Мне он тоже льстил. Предлагал престол пробудившихся, собственное королевство, любовь сестры. Кстати, как она? В шлеме, на пути к вам. Мара? Брат, ты в опасности. А ты должна быть вместе с флотом коалиции, по ту сторону портала. Знаю. Мара, не делай глупостей. Теперь ты знаешь, каково это. Примите то, что ваше по праву. Наслаждайтесь. Не нравятся мне эти залы.
Страж? Это же старый командный терминал авангарда. Носитель света. Эти пешки, что ведут тебя, даже все вместе, они не смогут тебя превзойти. Они лишь мешают тебе раскрыть свой потенциал. Мы судили о человечестве, не зная о тебе, о твоих возможностях, о твоей мощи. Ты заслуживаешь больше силы, чем странник когда-либо тебе дарует. Примкни к нам. Не как часть финальной формы, но как Бог. Тарс был прав. Молчать, дерзкая вошь. Послушник? Видно, ты и правда в отчаянии, раз предлагаешь такое. Ты боишься нас и новой силы Стража. Ищите место, где мы уничтожили себя. Идите же. И будете уничтожены. Что у вас там творится? Связь просто накрылась. Свидетель.